Привет, друзья мои хорошие, это Энди. В очередной раз добро пожаловать в тюремного архитектора, и мы продолжаем с вами обустраивать, а в частности, вот недавно купленную территорию, где у нас будет располагаться пост охраны, арсенал, псарня и комната отдыха. Давай смотреть, что у нас там в бюрократии. Мы изучили псарню, да, мы открыли собак, то есть часть гранта мы с вами можем выполнить. Какой именно, сейчас я озвучу, чтобы освежить немного память. Кстати, друзья, если у вас возникают какие-то вопросы, связанные с игровым процессом, вы всегда можете обратиться в русскоязычное сообщество Prison Architect. Ссылочка будет в описании. Там же можно раздобыть русификатор, который использую и я. Возможно, даже помогут вам найти игру, где ее скачать, кто не имеет возможности купить и так далее. Опять же, не стесняйтесь, вам всегда там будут рады. Так, значит, грант. Что тут у нас по псарне? Рейтинг правительственной безопасности, да, нам нужно назначить двух вооруженных охранников и двух кинологов с собакой. Но для того, чтобы выполнить эти пункты, нужно построить и арсенал, и псарню, замостить все это дело объектами, чем мы сейчас и займемся. Давай начнем с кинологов. Заходим в комнаты, псарня у нас открыта, сразу назначаем. Ну, мы еще в предыдущем эпизоде определили, что здесь у нас будет псарня. Объекты, и единственное, что необходимо для псарни, это собачьи вот такие вот будочки, да? Они стоят 100. Я думаю, что пока хватит, да? Хотя чего-то я так нерационально их размещаю, ведь можно сэкономить место и по 3 их ставить. Смотри, как хорошо. Так, 6, 7, 8, 9, 10, да? Даже больше, да? Хрен на него. Сколько... Пока прет, будем ставить. Так, далее. Есть еще комната у нас готова для охраны. Так, у арсенала есть минимальный размер. Пост охраны мы точно не промахнемся. Вот он, 4 на 4, да. А у арсенала... Я понимаю, что он закрыт, а нет никаких ограничений, да? Я думаю, что вот так вот будет более чем предостаточно. Поставим сюда решетку, чтобы усилить безопасность. Так, все это замечательно. Давай с электричеством разбираться. Давай, наверное, пустим отдельную линию на эту часть. Вот генератора. К псарне тоже выведем электричество, потому что там будут фонари стоять. Так, и давай рубильник поставим на эту линию по аналогии, как мы это делали. Вот так, да, чуток отдаленно. Прекрасно. Потребность в воде отпадает. Тут нет никаких элементов, которые требуют воду. Так, в принципе, понятно, да? Давай убирать планировку, чтобы она опять же нам не маячила. Я думаю, что есть смысл освещение сделать. Так. Здесь ребята будут наблюдать за камерами и так далее и тому подобное. Я думаю, что нужно хорошо осветить эту комнату. Хотя от этого тут мало что зависит. Так, псарня готова. Есть даже несколько клеток, а значит, мы уже можем нанять кинологов. Давайте человек 5 возьмем на работу. Пока. 4-5. И сразу зайдем в размещение и попробуем установить где-нибудь собачий патруль. Первым делом я поставлю на зоне доставки. Если будут прибывать какие-то запрещенные товары вместе с продуктами, к примеру, и так далее, собака все это дело унюхает. Поэтому один патруль ходит здесь. Далее я думаю, что можно добавить еще один собачий патруль во двор. Если кто-то выйдет с какой-нибудь заточкой, собака тоже это дело унюхает. Так, это второй. И где бы еще? Я не знаю, где-то, может быть, в проходе здесь попробовать сделать. Так, или где? На кухне. Комната УДО. Так, что там происходит? Что за колокольчики? Что от нас хотят? Что случилось? Что случилось? Заключенные не могут быть назначены в камеру. Где-то что-то у нас тут проход где-то открылся или что? Что происходит? Чего за нервы? Да господи, откройте эту дверь. Ребята, они же не могут строить.
Так, да нет, ничего не открыто. В чем проблема? Что за звуки? Господи, тут опять какой-то у нас происходит дебош. Давай охрану назначать. Господи, да подожди ты. Не могут быть назначены. Что произошло? Безопасность немного хромает. Я понял, что это... Смотрите, это у нас грант инициативы благополучия персонала, да? То есть один пункт освободить от работы не менее 5 охранников, он то выполняется, то не выполняется. Вот еще одна проблемка. Господи, мне показалось, что вырубило генератор. А это всего лишь установили выключатель. Такой характерный звук, как при коротком замыкании. Господи, что я делаю? Конденсаторы давай, заговорился. Так, раз тут происходит такое негодяйство, я думаю, что можно зайти в размещение и добавить собачий патруль. Конечно, опять же, это противоречит всем правилам гигиены. Еда, собака и так далее. Но здесь в тюрьме не приходится выбирать. Поэтому пускай один собачий патруль ходит. Вот их всего-то у нас 3 получилось, да? Как и требовалось по гранту. Осталось только 2 вооруженных охранника. Хорошо, заходим в камеры. Арсенал бюрократии еще не изучен, да? Да, видите, начальник охраны еще пока занимается изучением размещений и сразу перепрыгнет на арсенал. Так, ну тогда давай, если у нас есть грант по отдыху заключенных, давай этими займемся. Комната персонала, да? Конечно, речь пойдет именно о ней. Заходим в объект и давай установим какой-то минимум у нас. Можно диваны. Главное, по-моему, чтобы были автоматы с напитками. Это, по-моему, самый-самый основной. А, и диван один, да? Так. Несколько автоматов поставим. Вот можно радио. И 2 телевизора поставим. Побалуем нашу охрану. О, в центре можно здесь вот еще вот такие кресла. Смотрите, сколько здесь уже сборище самое настоящее. Пати на хате. Я думаю, что небольшая урна тоже не помешает здесь. Или вот здесь ее можно было поставить. Вот так. Так, освещение мы сделали, да? Чё-то я, правда, лампочек не вижу. Я же вроде бы назначал сюда. Ну, давай. Могу я ошибаться. Так, ну что, выполнен грант? Нет? Да. Мы освободили от работы наших... ребятуш, и, в общем-то, грант еще один выполнен. Смотри, какая оперативненько. Так, комнаты. Пока не могу, да? Давай глянем, какие еще есть гранты. Долгосрочные инвестиции мы пока ждем. А правительственная безопасность сейчас будет готова, как только нам изучат арсенал в бюрократии. А что еще есть? Тут обезоруживание. Изъять все украденные инструменты и все украденное оружие. Слушай, давай возьмем, я тоже думаю, что при следующем обыске мы запросто сможем его выполнить. Так, логистика, здесь у нас люди назначенные, смотри, здесь уже даже работают, но для работы на кухне, безусловно, нужно пройти, соответственно, обучение, пока я еще до этого не добрался. Так, хорошо, давай тогда комнату охраны пока немножечко обустроим, пост охраны. Деньги есть, чего ждать? Море погоды. Зайдем в объекты. Обязательно здесь нужен контролер, который будет сидеть. Так. Все, как в офисе, да? Стул и картотека. Ну и плюс можно еще дополнительные какие-то вещи поставить. Вот в ЖКХ можно их найти. Ага, они пока еще закрыты, потому что монитор наблюдения, собственно, как и удаленное управление дверями, все это нужно, видите, как изучать, пока недоступно. Ну, значит, просто организуем небольшой пост охраны. Уже хорошо, уже наши информаторы смогут сливать информацию. Сейчас попробуем. Как только комната закроется, стул еще не принесли. Во, готово. Есть, да? Все, закрылась комната. Давай зайдем в информацию, информаторы. И вот кто тут меньше всего вызывает подозрения. Адриан. Ну-ка, давай его активируем.
Это второй информатор? Нет, второй пока не надо. И посмотрим, как он себя будет вести. Сейчас он якобы тут собирает информацию и... Все, погнал, погнал. Уже есть у него какая-то благая весть. Пошли посмотрим, что он нам расскажет. Список дел пока закроем. Видите, на карте пока ничего тут не появляется, никаких объектов. Пока он еще ничего нам не рассказал. Так, вот идет. В угол забился, да, чтобы его никто не видел. Подальше от окон, которых у нас в принципе здесь нет. И смотри, начинают появляться кое-какие вещи. Он рассказывает, что здесь вот, смотрите, было организовано 5,3 часа назад мобильный телефон. Значит, у кого-то он явно есть, если мы его еще не изъяли. Также он говорит, что в этой комнате общежития, в туалете, смотрите, спрятана какая-то заточечка, да? Ну-ка, обыскать камеру или блок. Камеру, камеру. Полностью всю камеру обыщем. Конечно, можно было попросить обыскать только туалет. Ну, давай уж так, ради... Смотри. Ну-ка, найдет? Да, он нашел. Он нашел этот элемент. Ну и владелец сейчас будет наказан. Так, здесь еще он говорит, что у этого парня есть алкоголь. Обыск заключенного. Так, спалили его. Ну-ка, где охрана? Ждем. Смотри, вот подошел охранник. Ну-ка, найдет? Не только, еще и карандаш у него есть. Опа! Попался, который кусался. Вот тебе, пожалуйста, видишь, какая польза, какая выгода от информатора. Так, я думаю, что его можно деактивировать. Спасибо тебе, друг, ты нам очень помог и тем самым вызвал немало подозрения. Надеюсь, что тебя там сейчас нигде никто не накажет. Так, ну с этим тоже вроде бы разобрались, немного поигрались. Что у нас там с арсеналом? О, еще 6 часов ждать. Я думаю, что можно поставить сразу все на изучение и не парить себе мозги. Так, льготы это очень дорого пока для нас. Что у нас там по грантам? Пока еще выполняем, да? Пока не будет арсенала, мы не закроем рейтинг правительственной безопасности. Инвестиции мы ждем. Кстати, сколько осталось ждать? 75 часов. Можно было еще кратковременные взять. Они там 2-3 дня. И обезоруживание. Обезоруживание пока еще даже не начали выполнять. Что там, я слышу, рация работает? Кто там хулиганит? Вот, тут я слышал какие-то матюки, кто-то ругался, кто-то очень недоволен. Ну и плевать я хотел. У нас должен быть с вами порядок. Так что будьте добры, придерживайтесь. Так, сон. Давай сделаем еще один обыск, плановый или не плановый, без разницы. Размещение. Давай еще возьмем еще 5 охранников. 2 доктора. Думаю, пока хватит. Вот один доктор уже пошел на обслуживание. Давай я открою тебе дверь. Он в наручниках, он тебе ничего не... Или без наручников? Может быть, у него просто нет рук, поэтому и наручники некуда одевать. Давай еще вот возле псарни какие-нибудь фонарики добавим, что ли. Это ни хрена не видно-то. Во. Уже хорошо. Собачки отдыхают. Думаю, что можно еще несколько конденсаторов. Так, на будущее. Опять же, пока есть деньги, чтобы потом случайно не забыть, не упустить этот момент. Так, что-то мы тут унюхали. Ты смотри, как вовремя мы сделали обыск. И сейчас владелец этого подкопа или вся камера будет наказана. Вовремя, очень удачно. Чуть бы не было беды у нас. Кстати, оценка тюрьмы еще, по-моему, у нас не открыта, да? Нет, уже открылась. Для того, чтобы она открылась, нужно выпустить 10 заключенных. Возможно, мы и так выпустили, может быть, с помощью УДО, но неважно. Главное, что теперь мы можем посмотреть общую оценку тюрьмы и рейтинг и рецидива в частности. 17%, да, 11 заключенных было выпущено, наказание достаточно суровое, 7, реформа плохая, охрана более или менее для нашего уровня, здоровье минус 2. Вы помните, что на показатель здоровья влияет на то, насколько часто они, ну, один из показателей, то, насколько часто они выходят на улицу. Во двор, скажем так. Слушай, а может быть мы тут переборщили с количеством полок? Может быть просто диваны им поставить, чтобы можно было читать? Хотя тут рядом двор, они берут книгу и идут листать это во двор. На свежем воздухе
Будет им стимул, чтобы они не сидели в закрытом помещении. Блин, а чего я забочусь-то так о них, а? Пошли не в задницу, негодяи. Они драки, смерти устраивают. А я должен переживать. Так. Давай какие-нибудь дорожки, может быть, организуем. Так. Здесь можно и травой все засеять, потому что здесь работает персонал. Так, отлично. Так, слышал, что-то изучилось в бюрократии. Это арсенал. Смотри, как замечательно. Сейчас закроем еще один грант. Заходим в комнаты. Арсенал и назначаем эту комнату. Есть. Заходим в объекты. Смотрим обязательные объекты для этого дела. А, значит, нужен стол, где, я понимаю, так будет происходить там разбор оружия и так далее. Стол, шкафчики и оружейная стойка. Давай тогда стол поставим здесь. Оружейной стойки одной будет более чем предостаточно. Или может две поставить. И шкафчики. На каждый шкафчик, за каждый шкафчик у нас будет возможность нанять одного вооруженного охранника. Поэтому в зависимости от того, сколько мы их поставим, столько и сможем нанять. Вот, например, 6. 6 шкафчиков, соответственно, сможем нанять 6 вооруженных охранников. Я думаю, что для начала, опять же, должно быть достаточно. Давай еще вот собакам здесь, чтобы было где гадить. Засеем всю газоном. Вот опять деревья посносили, а дорогу забыли поставить. Вот так вот выглядит пока наша тюрьма. Приобретает немножечко с каждой серии вид. Так, подвозит еще заключенных, уже 64 человека. Деньги ждем 66 часов, еще 3 дня, грубо говоря. И... Так, комнату арсенал, смотри, как оперативно закрыли. И я думаю, что можно сразу нанять вооруженных охранников на патрулирование. Сначала мы их просто нанимаем. 2 нужно было, да? Заходим в размещение и выбираем пункт вооруженный патруль. Я думаю, что есть смысл их поставить там, где у нас ворота. Пускай они здесь пасут. Наблюдают за обстановкой. В случае, если побег будет, если прорвутся, будем на поражение гасить. Но никому покинуть это помещение не дадим. Эту тюрьму, это заведение. Так, патруль. Давай сюда постового назначим. А ведь в бюрократии у нас открылось размещение, и мы можем уже не просто патрули добавлять, а вот именно посты. В столовой пускай один человек будет, в душевой на всякий. Где-нибудь здесь у нас ходит один человек. Я думаю, что здесь можно и кинолога назначить. Здесь часто на УДО, когда отказывают заключенные, бывают какие-то нервные срывы. И приходится, конечно, подавлять все это дело. Ну, понемногу, понемногу. Так, давай еще пост, пост на посту. Во двор добавим человека, потому что двор — это стратегическая точка. А ее могут захватывать банды. Кстати, о бандах. Давно не заходили, не смотрели. У нас уже, о, смотри, раньше была только одна банда, уже 3, и, в общем-то, в некоторых бандах даже есть по 2 человека. Это какие-то, вон, смотри, летучие мыши, орол, и вот, я не знаю, крест какой-то похож на масть из карт, да? Из карточной игры. Так, прекрасно, слушай, ну, неплохо постарались, смотри, опача. 9 человек у нас сейчас в карцере и 11 ожидает. То есть видишь как, у нас небольшая нехватка о помещении карцера. Что же делать? Я думаю, что нужно добавлять какие-то дополнительные камеры. Вот, к примеру, здесь. Ну а что? Что же еще остается-то? Так. 4 будет, 5... 6, 7. И с другой стороны, да? Ну, отлично, да? Просчитали.
Давай теперь тогда добавлять помещение, лишь бы только они во время строительства здесь не открыли мне забор. А, наверное, так оно и произойдет. Наверное, друзья, так и произойдет. Ладно, на страх и риск попробуем. Надеюсь, ничего страшного не произойдет. Да, точно уберут забор, сейчас может быть проблема. Так, хорошо. Давай тогда перекроем забором вот так вот. Я пока это уберу, друзья. Я не хочу сейчас на ровном месте какой-нибудь побег получить. Лучше обезопасим себя. Так, ну два элемента забора. Что ж такое-то? Вот негодяи. О, молодцы. Этот парень застроил себя. Красавчик. Давай, стройте здесь. От греха подальше. Так, ну что, друзья, еще несколько грантов мы с вами завершили. Давай возьмем, наверное, как дополнительные кратковременные инвестиции. Сколько придется ждать? Мы просто куда-то вкладываем деньги, и потом с процентами нам их возвращают. 61 час и 7. Ну, смотри, почти одновременно получается. Так, я вижу, что, по-моему, с едой у нас какая-то проблема. Правда, сейчас только готовят. Да, наверное, давай добавим еще плит каких-то. Вот, ты смотри, как я неровно разместил здесь холодильник. Обшибочка вышла сгоряча. Ну, опять же, когда будем заниматься образованием, все, кто будут проходить курс гигиены, по-моему, да? Каждому заключенному потребуется плита отдельно, поэтому лучше, чтобы они у нас были с запасом. Эта часть у нас обслуживает кухню. Это другой блок. Нужно будет перешаманить, потому что все, что мы там с вентилями напридумывали, все себя не оправдывает. Ну, пока ладно. Пускай будет хотя бы так. Да, ты смотри, я... Давай не сломать, а разобрать, пожалуйста. Счет, я промахнулся здесь. Так, и этот неправильно, да, я поставил. Ну, все должно быть по красоте. О, давай еще, брат-боец, разберите вот эту вот штуковину. Блин, опять качан капусты валяется на полу. Вы что, футбол тут играете? Что происходит? Что за похабное отношение? Я понимаю, что это заключенные. Блин, опять смерть какая-то. Что у нас тут? Захват. Захват, наверное, пошел, нет? Информация банды. Нет, захватом здесь не пахнет, но здесь явно банды выясняют отношения. Я уж думал, что так скоро. Ты смотри, когда тотально. Две смерти. Блин, а что это за заключенный-то такой? Да, он тут конкретно отсидел. Слушай, и вот казалось бы, что последних 9 лет осталось, он решил опять нахулиганить. Невероятно крепкий, бесстрашный член банды. Ну, я вижу, насколько он крепкий. Но против полицейского Рекса, по-моему, его сила пошла в топку. Ты смотри, что произошло. Вот он наш меченый, любитель покурить. Собака его разоблачила. Да, друзья, слушайте, только начали, а уже тут проходят какие-то проблемы у нас. Какие-то драки, все так активно. Так, ну вроде бы как мы тут разобрались, да? Блин, а дверь я хотел... Дверь как раз должна стоять вот здесь вот. Как же неудобно-то, а? Ладно, давай пока вот тут поставим с краю эту дверь временно. Так, что мы там в бюрократии с вами изучили? Удаленный доступ и камеры наблюдения уже у нас готовы. Да, у ребят там возникали, ага, даже после первого сезона вопросы о том, что как это, как все-таки делать автоматизацию. Ну, я думаю, что в ближайшие несколько серий мы этим займемся. Видите как, мы сейчас обустраиваем какие-то второстепенные здания, но меньше внимания уделяем заключенным. Так будет легче поддерживать порядок. Даже при том, что у нас всего лишь 64 заключенных, и настроение, ну, как-то ниже всегда среднего. А то бывает и приближенные к нулю. А все равно происходят какие-то происшествия, да? Всегда будут недовольны какие-то рожи. Поэтому лучше все сразу благородить, чтобы легче было справляться и подавлять.
Так, еще одну дорожку добавим. Давай здесь тоже сделаем. Так, 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 так. Кухня, кухня, кухня. Ну, у меня есть дополнительный финанс. Давай сразу тогда ее и расширим. Как это и предполагалось изначально. Так, видишь, как половина заключенных ходит по дороге, а половина как-то по песку. То есть, я не знаю. Любят грязь месить или что это такое? Хрен пойми. Так, друг мой распрекрасный. А вот здесь вы еще не закрыли мне все это дело. Что не работает у меня эта система с забором. Ладно, когда будет сон, мы все это дело откроем. Я просто не хочу... Береженого Бог бережет. Не хочу, чтобы сейчас... была возможность или перспектива для побега. Ну что, давай зайдем в объекты и, может быть, несколько, я не знаю. Так, мониторы наблюдения. Там у нас, по-моему, есть грант, связанный с мониторами. Система управления дверями. Ну, давай, давай так поступим. Здесь они будут у нас стоять в два уровня, да? Это у нас еще раз, что я беру? Система управления дверями. Давай поставим одну. Сколько дверей она может обслуживать? Здесь почему-то не пишут. А в ЖКХ? В ЖКХ пишут. Так, 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 так. Система может открыть лишь две двери в секунду. Угу. То есть я хотел автоматизировать полностью всю проходную. Давай тогда добавим два стола. Так. Здесь будет один монитор наблюдения. Добавим телефонную прослушку. Ну вот я думаю, что с краю, если парень сядет, а возле двери никому мешать не будет. Так. И как я говорил ранее, придется теперь для каждому таксофону тащить провод от прослушки. Поэтому чем меньше у вас, тем лучше. Ну как, лучше для... меньше геморроя, но заключенные любят, когда таксофонов много. Ведь это удовлетворяет их потребность свободы. Так, сейчас режим изоляции, и после этого будет сон, да? Так, так, так. Если 2, 3... Так, больше мы не вытянем линии сюда. Давай все это дело запитаем. Здесь запитаем. Пока просто устанавливаем, я пока этим делом не занимаюсь. Хотя уже, по-моему, человек сел, да? Якобы уже это дело работает. Ну, мы наняли с вами охранников немного с запасом. Все это дело пригодится. Так, ну что, столовую немного кухню расширили, да? Давай назначим... Ну, во-первых, наверное, света добавим, что ли? Так, как я их там через два ставил? Так, хорошо. Зайдем в комнаты. Кухня. Аджа, готово. Так, давай, что ли, может быть, моек еще добавим? Так, и сразу по ЖКХ все это дело, наверное, и подключим. Так, я говорил, что неэффективно. Этот вентиль у нас обслуживает блоки. Давай, наверное, его выведем на улицу. Вокруг кухни. Ну и когда все это дело соединим, разберем этот участок. Так, ну что, блин. Так, сон. Давай сделаем еще один обыск. Давай, друг, я вижу, ты какой-то дурачок, последний идиот. Застроил себя, а теперь не знаешь, как быть, что делать. Чего, блин, произошло? У меня невозможно добраться. Уже, по-моему, можно добраться. Не хочет он закрывать это помещение. Мне хорошо. А если мы еще вот так сделаем? Так нельзя? О, теперь могут добраться. Так, давайте, давайте, друзья. Что там по проводке? Я думаю, сюда нужно завести линию отдельно. Сейчас закроется помещение. У нас, по-моему, до сих пор ожидают карцера, да?
Нет, уже, по-моему, нет, еще 9, да? 9 ожидают. И вот пока они ожидают, они же находятся в заключении, то есть у них наручники надеты. И они никуда, они как бы никакие режимы не посещают, и это отражается на настроении. И другие заключенные все это дело видят. Так, смотри, еще немного времени, буквально сутки, и мы получим 31 тысячу, да, грубо говоря, не грубо, 32, 16 и 16. Сейчас у нас 70 тысяч. Так. Жалко, да? Я не могу здесь запустить собаку, чтобы она патрулировала и обнюхивала там, что с той стороны происходит. Вдруг там кто-то пытается подкоп сделать. Это было бы очень плохо. То есть лучше, чтобы от края карты у вас оставался небольшой промежуток, там была дорога и ходил кинолог. Так, а сколько стоит купить большой участок? 30 тысяч, да? Маленький 20, большой 30. Так, заканчивается обыск. Как у нас там, готовы эти блоки? Господи, ребята, ребятушки, что же там такое-то? Нет, вы проводкой, ты посмотри на них, проводкой они занимаются. Может быть, вон кучу эту сюда примостить? Блин, ну как кроссворд какой-то, ты представляешь? Двери никто не открывает, ужас просто. Просто ужас. Так. Ну, тюрьма становится больше. Я вижу, что уборщики вроде бы как исправляются, но ведь им еще и помогают-то заключенные во время рабочего времени, которые назначены в прачечную. О, да неужели? Закрылось, закрылось помещение. Давай разделять. У меня не было случаев, когда они убегают с карцера. Тут, судя по всему, совершенно никаких условий для этого нет. Давай разбирать дверь. И поставим здесь стеночку. Господи, кто там орёт-то? Так, давай забор немного переместим. Вот так, к примеру, сделаем. Так, объекты. Двери карцера. И освещение. Отлично. Так. Нужно, чтобы они поставили забор. Тогда я смогу здесь открыть им проход. Они, видимо, сейчас выйти не смогут, да? Молодцы. Просто молодцы. Давай, может быть, я еще вот здесь дверь добавлю дополнительную. Как ты считаешь? Резервную. Во. Смотри, как будто с кармана достал. Давай я их выпущу. Так, она будет у нас всегда закрыта. Это так, на всякий случай, на всякий пожарный. Так, планировку можно убрать. Уже нет никакой необходимости. Да, значит, появилась необходимость добавить еще камер карцера. Мы добавляем. Давай, кстати, назначим. Так. 66 тысяч у нас сейчас... есть. Это хорошо. Так, друзья, ну что, делаем еще один перерывчик. Все хотелось как-то расширять наши жилые блоки, но мы это сделаем очень быстро и хочется, чтобы было эффективно. То есть мы докупим еще землю. Да, наверное, с этого и начнем. 20 тысяч, это не так много, и здесь будут уже другие блоки. Может быть, позже купим еще и вниз. Но я думаю, если мы еще расширимся влево, то нижний участок будет стоить не 30, там, а 40, к примеру, или даже 50. Ну, в общем-то, неплохо мы сегодня заработали и немало всяческих помещений еще добавили. Пока все хорошо, уровень опасности падает. Ну, вот видите, 2-3 в среднем пункта есть. Даже немного, смотри, добавили на пост охраны систему управления дверями, мониторы наблюдения. Там есть грант, и мы его возьмем и, соответственно, выполним. Кстати, вот кто-то проходит, по-моему... Блин, я не понял, а как они без образования здесь работают? Может быть, это те, кто в прачечной, я не знаю. Или просто они на разносе. Что они там делают? Хм, странно. Я программы не запускал такой. Или запускал? Кухонная безопасность. По-моему, запустил. Слушайте, ну просто с головы вылетело. Где он? Да, кухонная безопасность. Я прошу прощения, она запущена. Сейчас люди проходят обучение. После того, как они закончат обучение, они смогут полноценно помогать поварам и работать на кухне.
Заключенных на такой должности, насколько я знаю, очень любят. Там кто-то приболевший, что ли, без сознания. Снег башка попал, да? Совсем мертвый был. И наши доктора кого угодно, даже мертвого на ноги поставят. Хорошо, друзья, на сегодня все. Славно постарались. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Не скучайте и не болейте. До новых встреч. Пока.